Всем привет, я Павел Ежов, и сегодня у нас, ну не то что моя любимая рубрика «Уголок железячника», но во всяком случае повозимся со всякими прикольными штуками. Итак, все мы когда-то начинали варить пиво в этих вот пластиковых ведрах, да, потом разливали по бутылочкам, декстроза туда, и все получается, все вкусно, все хорошо, но на дне бутылки осадочек. Ну такие, ну ладно. Потом начинаются ЦКТ, баллоны, кеги, да, всякие эти вот разливочные все эти наши головки, там все хорошо, все технологично, но осадочек остается. Ну, какие у нас есть варианты? У нас есть ровно два пути. Первый путь, это мы говорим, окей, это необходимое и достаточное, вот такая вот особенность домашнего пива. И смиряемся с этим, либо мы идем дальше и начинаем фильтровать еще лучше. Кегланд, фильтр 1 микрон. 1 микрон, мало того, что он 1 микрон и обещает отфильтровать вообще все, включая дрожжи из нашего пива, так он еще и многоразовый. То есть его можно мыть, можно дезинфицировать и использовать повторно. Ну, попробуем. Значит, что я сделал? В магазине купил обычную простую колбу для домашних фильтров. Такие, наверное, все видели. Колба держит рабочее давление от 2 до 8 атмосфер. То есть, ну, точно из нашего кега, сколько у нас там одна атмосфера, давления этого хватит, будет безопасно. Какая идея? Берется кег. К кегу подключается воздух. Ну, воздух, газ. Из кега, вот дальше вот моя маленькая модернизация, да, что я сделал, это шланг. На шланге штуцер на кег. Пришли сюда на 1/2. И здесь 1/2, соответственно, такой же фитинг, как на кеге. То есть вот сюда мы уже свою разливочную головку, чем вы дальше там разливаете, айтап, пегас там, неважно. Пиво. Из кега идет, здесь фильтруется, и отсюда мы получаем идеально чистый, домашний, прямо вот изумительный, лучше, чем магазинный продукт. Давайте попробуем, что из этого выйдет. Сейчас коротенькая реклама и приступим. Поехали! Еще можно успеть на январскую распродажу в магазине «Русская дымка» скидки до 22% на автоклавы, самогонные аппараты, комплектующие, колонны 1,5 и 2 дюйма. Ну вот, например, из интересных распродаж вот на 3000, смотрите, дисконт на самогонный аппарат Wayne Reform Plus 37 литров. Также можно еще, например, отдельно колонну со скидкой 2000 купить. Ну или вот хит продаж, автоклав Вейн, тоже с приличной скидкой. Еще больше товаров, посмотрите сами, ссылка в описании к видео. Можно все покупки совершать как в магазинах «Русская дымка», так на сайте и в мобильном приложении. «Русская дымка», скидки до 22% на оборудование и комплектующие. Про что я хотел сказать, что вот аккуратно через бортик налито пиво, которое вот стояло долго в холодильнике, все прекрасно. И вот мы берем, доливаем остатки, и бабах, вот это вот самая мутная муть, которая была на самом донышке, всплывает, и из заводского практически красивого пива наше домашнее становится опять домашним. Прозрачность уже совершенно не та. Ну, я думаю, тут нечего кому-то доказывать. Это так и есть, и, ну, это факт. Все знают, что как бы вы ни делали, как бы вы ни морозили, на донышке всегда остается чуть-чуть осадка. Как бы так вот камеру... Ну, вот оно мутное. Ну, оно реально мутное. Отвратительно. Ладно, сейчас все исправим. Итак,
Как все это выглядит? Значит, баллон. К баллону подключен газ. Головка. Соответственно, фильтр. И вопрос, что сейчас в кеге? В кеге у меня вода. Ну, вода, наверное, для дезинфекции не самая лучшая, да. Можно использовать, там, не знаю, Старсан ваш любимый, или то, что вот Мирбир делал, вот этот вот Биосан. В общем, наверное, какая-то кислотная штука будет самая лучшая сейчас. Попробуем промыть. Как это работает? Нет, ведерко сюда поставлю. Вот так вот. Все идет. То есть вода из кега через фильтр идет сюда. И, собственно говоря, ну вот, вот мы дезинфицируем, промываем сейчас нашу систему. Да, помните про... как же это называется? Это слово опять забыл. Вот проклятый ковид. Экспозицию. Да, что нам нужно какое-то время залить фильтр дезинфицирующим средством и дать минут 15 постоять, да, чтобы вся вот эта вот микрофлора, все, что там было, все успело подохнуть от нашего кислотного дезинфицирующего средства. Так, значит, у меня здесь, ну, литр там чем-то, наверное, воды есть. Вот он ушел. Вот, если вы видите, фильтр сейчас продувается углекислым газом. И уровень уходит. Ну вот, что-то тут плюется уже остатки совсем. Ага. Если переворачивать его кверх ногами, все, не все. Мы будем считать, что все. Ну что, неплохо. Будем считать, что мы дезинфицировали и промыли фильтр и всю эту нашу систему. Хорошо. А что мы будем делать сейчас? Правильно, сейчас мы... Сейчас мы сюда выльем наше пиво. Прямо вот как есть. Весь вот этот вот мутяк. Ну и чтобы ему там не было скучно одиноко, добавим туда еще пару бутылочек. Причем добавим так вот прямо жестко. О, лейся, мутяк. Все со дна, чтобы туда. Я, конечно, не уверен, что это вот будет правильное пиво. Ну, я имею в виду после того, как мы его прогоним. Но, с другой стороны, ну, эксперимент есть эксперимент. Ну что, еще бутылочку? Вот это вот, кстати, почище льется. Здесь меньше осадка почему-то. Так, и, собственно говоря, повторяем всю эту процедуру, но уже с пивом. И разольем его в нормальную чистую бутылку. Ну что, попробуем? Так. И потихонечку. Пошло. Вы видите, пошло.
понятно, да? Не ругайте меня за розлив. Розлив есть розлив. Здесь у нас такие экстремальные сейчас ситуации. На первый взгляд все выглядит максимально прозрачно. Сейчас налью в бокал. Так, ну что, потихоньку наливаем. И прямо до самого дна. Слушайте, выглядит идеально прозрачным. Прикольно. Так, где фонарик? Да. Ну вот это вот, вот совсем уже вот не тот мутяк, который был. А весь мутяк остался вот здесь вот. Слушайте, фильтр работает. Такой интересный опыт на самом деле. Ну-ка, а что на вкус? Пиво как пиво. Ну что, по-моему, неплохая история. Я не знаю в перспективе, сколько эта штука прослужит, сколько кегов можно пропустить через фильтр, пока он не забьется. Это вопрос дальнейших экспериментов. Но пока мне все нравится. Ну давайте к выводам. Значит, что я вам хочу сказать. Вот это вот все вот это вот пиво, оно разлито через фильтр. И я хотел бы сделать такое стандартное окончание видео, такой обзор в начале, такой, что вот фильтр, вот он работает, вот он такой вот. Но потом я просто взял и перелил 50 бутылок. Да, и вот можно посмотреть прозрачность. То есть прозрачность, она абсолютная. И пена остается, и в общем все остается. И ну вот за эти вот небольшие деньги, мне кажется, это прямо история стоит того. Но вот, к сожалению, моя камера не передает все вот это вот великолепие. Не знаю, получится ли сфокусироваться. Сейчас на лампочку наведусь. Сейчас, секунду. Ну вот, насколько позволяет мой телефон показать. Абсолютная прозрачность. Абсолютная. Собственно говоря, к традиционным выводам. Фильтр работает, он позволил отфильтровать вот такое вот количество бутылок. Ничего не забилось, все работает. Собственно говоря, ну это круто. Это новый шаг в том, чтобы ваше домашнее пиво приближалось к таким, собственно говоря, стандартам, ну вот, магазинным. Все. Традиционно подписывайтесь, ставьте лайки, как там все у нас делается, пишите комментарии. В общем, увидимся. Пока-пока, до новых встреч. Спасибо, что посмотрели. В описании все ссылки есть, как всегда, на AliExpress, на все, на эти фильтры, на все. Все. Пока.